Русская пословица гласит: «Не подмажешь, не поедешь». Отдельные граждане по-прежнему считают, что с помощью взятки можно решить любые вопросы, и ошибаются. Сотрудники управления ФСБ России по Чувашии задержали мошенника, который с успехом играл на ментальности и доверии соотечественников. За определенное вознаграждение он обещал решить любые вопросы в органах госвласти, судах и коммерческих структурах. Разумеется, ничего не решал, но деньги получал неплохие. Мнимое содействие обошлось доверчивым гражданам более чем в 1 000 000 рублей. Кому-то обещал постановку и продвижение в очереди на получение соцжилья, кому-то 50% скидку на приобретение автомобиля. 31-летний Алексей Чесноков оказался неплохим психологом, знал, на чем и как сыграть. Последние 120 тысяч рублей ему передал ответственный работник администрации столицы за якобы отказ в возбуждении уголовного дела. В момент передачи денег лжесотрудников ФСБ задержали настоящие оперативники. Ранее Чесноков был дважды судим за мошенничество и за разбой. Теперь ему грозит новый срок. 10 октября 2013 года на основании результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении Алексея Чеснокова следственным отделом ФСБ России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Если вы стали жертвой мошеннических действий Алексея Чеснокова или владеете иной информацией о его противоправных деяниях, просьба обращаться в ФСБ по телефону 39 72 58.